Здравствуйте! В этом видео мы осуществим запуск DOS-приложения в операционной системе Debian с помощью эмулятора DOS-EMU. Операционная система Debian установлена на виртуальную машину на удаленном компьютере под управлением КВМ. Удаленный доступ к виртуальной машине осуществляется по протоколу SPICE. В качестве DOS-приложения мы будем использовать бесплатную игру StarGunner. Осуществим запуск приложения, но перед этим осуществим расширение окна на весь экран с помощью клавиш Ctrl-Alt-F. Теперь осуществим открытие на весь экран окна виртуальной машины с помощью Shift-F11. Теперь еще раз нажмем на Shift и введем имя исполнительного файла Stargun. Небольшое видео. Демонстрирующее прорисовку графики. Графика немножко притормаживает. Объекты прорисовываются не очень хорошо. Данное видео можно использовать для сравнения производительности прорисовки графики. В различных виртуальных машинах. Запустить игру, получить информацию, осуществить настройки, посмотреть демонстрацию игры. Осуществим запуск руководства пользователя. С помощью стрелок мы можем на клавиатуре можем осуществлять навигацию по руководству. Можем запустить демонстрацию. Звук не притормаживает. Как видите, графика красочная. Качество графики превосходит игровые приставки и Денни. Благодаря удаленному запуску DOS-приложения вы можете реализовать сервис, собственно, вариант сервиса OnLive и играть в игры удаленно, не устанавливая их на локальный компьютер. Осуществим запуск игры. Еще раз вступительное слово. Ничего приобретать не будем, сразу запустим игру. Это управление осуществляется с помощью стрелок на клавиатуре. Можете стрелять, можете осуществлять ядерные взрывы, так называемые.
осуществляется небольшая задержка при нажатии на клавиши, наверное, связано с лагом, получающимся в результате использования нескольких посредников при построении графики. Ну, в целом, играть можно. За дополнительной информацией обращайтесь на сайт Amvir.ru.